Ну все, продолжаем. С Доном закончили. Сейчас у нас, забыл сказать, 15 мая все еще. Пивная пятиминутка, Илья по-прежнему зовут меня. Продолжаем хмельная станица живое. Все, пошло живоварня. Южное пиво. Это сверху начал. Короче, смотрите, вот такой вид. Бежевая такая этикеточка, все дела, кальяреточка. Тут сверху написано, получается, хмельная станица живое, южное пиво, южного пива, живая традиция. Пробка, к сожалению, лысая. Блин, не порадовали, кроме пробочников, к сожалению. Бывает разочарование. Давайте откроем, почитаем. Ух ты, ёб твою мать. Что за взрывы? Стымком. Тут, короче, какая ситуация? Это вроде как бы Балтика. Вроде как бы варится на южной заре. Но опять же, никакой информации нифига нету по этому пиву. Поэтому я просто залез в интернет и тапок. Не поверите, тапок мне помог. Что пишет тапок? Обладает солодово-хмелевым ароматом с оттенками хлебной корочки и семян подсолнуха. То есть ни хрена себе. Семян подсолнуха. Ну, написали бы семечками, семками, блядь. Ну, такой странный аромат. Слушайте, ну хотя бы не дон один и тот же. Так, вкус насыщенный, освежающий, солодовым профилем. И легкой хмелевой горчинкой. Окей. То есть, опять же, легкое пивко для летнего жаркого дня. Для южного жаркого дня. Все, давайте, что нам тут обещают по градусам? Ну, уже побольше. Так, тут как-то смазано. Я не пойму, 4,8 или 4,6? 4,6%. Ну, блин, опять. Уже Дон был 4,6% алкоголя. По начальному суслу 11. Уже поплотнее, спасибо. Так, пиво светлое, непастеризованное. Вот вам и слово живое, да? Зачем тут нужно? Так, 4, кстати, мая всего. Уже разлито это пиво и живет оно до 4 сентября. 4 месяца всего. Блин. С таким-то ароматом, да, ему долго не надо жить. Блин, реально, что семечками пахнет. Ну все, уже напридумывал себе мозг. Так. Состав: вода питьевая очищенная, солод ячменный светлый, ячмень пивоваренный, хмель продукты. Ура! Нету экстракта солодового. Солодового экстракта нет, уже радует. Так, что еще интересно можно? Изготовитель где-то там. Ну, Ростов-на-Дону здесь присутствует, это буква H, и здесь у меня буква H. Так что сварено здесь на заре. На заре. Ну, ладно. Все уже. Распился. Распился, распился. Блин, да, конечно, целый день терпел. Опять ночью тут сижу, снимаю, как дурачок. Не, чтобы целыми днями сидеть, дегустировать, да, жена? Хожу фигней всякой занимаюсь. Все тихо. Дай понаслаждаться херовым ароматом. Ладно, давайте пробовать. Надеюсь, на вкус будет получше. А вот это самый ужасный вкус из всех, который был. Дон-то как-то. Привкус. Ужасный солод. Карбонизация вообще, как будто у меня пиво выдохлось. Вообще ужасное пиво. Пипец.
Кстати, еще разок. Кислинка, да, есть солодовость, но опять же на послевкусе, на выдохе идет отвратительная какая-то шляпа. Ну, будем грешить на не соложонку. Кстати, пиво самое свежее из всех и самое отвратительное по вкусу, так что будете на юге, вот эту вот вещь не трогайте. Лучше Дон, лучше Бавария. Станица не прошла. Отборочный тур южных пивасиков. Это первое пиво, между прочим, которое меня разочаровало. Я думаю, что будут еще в данном сегменте такие пивасы, но первое запоминается больше всех. Вроде глутаешь все хорошо, а потом отвратительный солод идет. Нет, это определенно невкусное пиво. Может, то, что оно потеплело, но извините меня, из-за того, что оно чуть-чуть потеплело, оно не должно стать таким вот непивабельным. Нет. Оценка плохая у меня для него. Как-то так. Ну что, у меня еще осталось несколько пивасиков, так что будем закругляться с этим мурдяком. И будем приступать к другому, потому что время тикает, надо уже скоро ложиться спать. Так что давайте. О, видите, уже можем. Но это не то, что напился, а того, что уже это немножко тянет спать. Ну, надо сходить взбодриться. Так что ждем следующего выпуска. Пока.